35-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС объявляю открытым. Присутствует на заседании 22. Кворум есть. Можем приступать к работе. Среди типичных для заседания Совета депутатов хозяйственных и финансовых вопросов на повестке дня стоял и довольно редкий об освобождении от депутатских полномочий одного из народных избранников Павла Грудинина. Заявление об этом написал сам депутат. В соответствии с статьей, с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, настоящим решением признается досрочное прекращение по собственному желанию полномочий депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по избирательному округу номер 29 Грудинина Павла Николаевича. Коллеги до сих пор гадают, зачем Павел Грудинин в 2019 году принял участие в избирательной гонке. В Совете депутатов он представлял довольно солидную территорию города Видное, на которой проживает более 4000 человек. За все время своего депутатства он ни разу не встречался с жителями. Люди идут и жалуются. Люди приходят ко мне, приходят к председателю Совета депутатов, приходят к коммерсантам нашим, бизнесменам с просьбой что-то сделать, потому что депутата просто нет на участке. Человек, на мой взгляд, сбежал с поста. Он обещал людям на выборах изменить их жизнь прямо и ушел. Напомним, что Павел Грудинин уже лишался депутатского мандата в 2019 году, когда у него нашли офшор, сведения о котором он не указал в налоговой декларации. В этот раз Павел Грудинин сложил полномочия по собственному желанию. Выждав определенное время, в течение которого он имел право поменять свое решение, Совет депутатов принял отставку коллеги. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержались. Решение принято единогласно. О выборах по 29-му избирательному округу, где депутатом был Павел Грудинин, будет сообщено дополнительно. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.